Самым долгоиграющим и массовым стартом на томских кортах является Кубок теннисного клуба «Чемпион». Он проходит в течение всего календарного года в самых разных категориях. Так только первый этап 2020 года насчитывает полтора десятка турниров. В одном из таких турниров участие приняла известная томская спортсменка Злата Узденова. 5 лет она провела в Америке. Там Танечка училась и постигала премудрости тенниса. Вернувшись домой, Злата стала работать тренером в клубе «Чемпион». Танечка планирует быть не просто тренером, а, выражаясь футбольным языком, играющим тренером. Я сейчас планирую начать более усиленно тренироваться. Я какое-то время не могла этого делать из-за травмы колена. Сейчас я прохожу реабилитацию и планирую начать играть в турниры. Мне поступило очень классное предложение поиграть за клуб в Германии. Я вот готовлюсь к участию в этих турнирах. Я думаю, что либо в следующей зиме, либо к следующему лету я уже буду выступать. Но твоя судьба все равно будет связана тесно с Томском. Как бы то ни было, да, я думаю, что в Томске все равно буду возвращаться. И даже если я на какое-то время уеду куда-то, все равно Томск будет моим родным городом. Накануне Злата приняла участие в первом этапе Кубка теннисного клуба «Чемпион» в категории «Гранд Слэм». Турнир собрал теннисных тренеров, профессиональных спортсменов и сильнейших любителей. Такой турнир всегда интересен. Я стараюсь не пропускать эти турниры, потому что это шанс повысить, во-первых, свой уровень игры на фоне любительского. Ну и всегда интересно, если удается победить таких сильных ребят. А чем любитель может удивить профессионала? Ну, своей, наверное, нестандартностью, не типовой игрой. Только этим, скорее всего. Сильнейшие любители, они хорошие соперники для тебя? Да, они хорошие соперники, потому что с ними всегда непросто играть. Они имеют какие-то свои особенности, которые я бы никогда не увидел со своими сверстниками. Так получилось, что финал турнира свел между собой профессионала Олега Мартыненко и любителя Александра Денисевича. В результате первое место досталось профи. Спортсмен-любитель был удостоен серебряной медали. Почетное третье место занял тренер Алексей Плачков. В рамках первого этапа Кубка теннисного клуба «Чемпион» пройдут турниры еще в трех категориях.